рождение НАТО. За свободу с ядерной дубинкой в руках. Логика НАТО не стала логикой человечества. Эта организация никому не угрожает. Ее цель – защищать мир от агрессии. Россия предлагает присоединиться к НАТО, к партнерству ради мира. Для НАТО это очень важно. Россия – большая сила, ядерная сила. В ряде случаев отмечены разногласиями, как, например, в отношении натовских авиаударов в Боснии. Тем не менее, обе стороны привержены курсу на развитие партнерских отношений. У нас так много общих интересов, что было бы глупо не сотрудничать тесно. Россия хорошо, и Америка, Франция, Англия, Германия, скоро все выйдут. Что касается вступления в НАТО Грузии и Украины, это их дело. Россия запретить не может, но могут быть последствия. Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Незаконная и ничем не оправданная агрессия России в Украине подрывает основы безопасности, существовавшие с окончания Холодной войны.